Встречная. Встречная. Все, вам бьет правый, потом бьет правый, потом бьет правый. Уйдете встречная так. Движение вперед. Сюда, я сейчас их ударю, он будет очень тяжелый, сейчас сдерживаем, вот. Сейчас задача в чем? Общее движение, как мы с вами говорили, то есть как в плавании, как только мы здесь перекрыли, движение будет вперед, как только мы перекрыли, он думает, что он на нас идет, бам, дальше сюда, пробиваем прям в голову. Удар, ребят, мы сейчас запоминаем, мы сейчас не боковые делаем, не вот это. Сейчас будет вот так. Нет, совсем другой. Вот опять этот шум. Кулак сюда втыкаем. Дальше один бросок. И туда. То есть. Это не держу, да. Лучше вот так. Ясен смысл, да? Всегда смещаемся, не идем вперед, не идем вот так, потому что нет гарантии, что вот так будет. Всегда смещение в сторону, движение практически на склон идет, видите как? Уплывем, вот я плыву, да? То же самое происходит. Опять отбиваем так, как мы обычно отбиваем. Голову бьем отсюда. То есть вот сейчас, что мы делали с вами отправо, да? Отправо, да? То мы и делаем. Но перед этим у нас надо отбить еще удар левый. Понятно, сбив не должны быть такими. Иначе мы ничего не успеем, нас сломать, просто сломать. Сбив идет так, уже все. Вот, оп, уже отвинь, уже не сбив. И попал. Понятно? То есть все уже, мы уже уходим, мы сразу уходим. Смысл? Стоять? Нет. На месте. Даже не важно, то ночная дата, мы уже уходим. Даже если он... И даже если он правый, где боковой. То есть не важно, понимаете? Уходим в сторону, смещаемся в сторону. Тыкаем. Защита та же самая. Уходим под саду сюда. И за спину.